Да, всем привет, сегодня буду извиняюсь, а это Саймон Ралли, и кто там фотки делал в Яндексе, это неправда, реально. Говорю, ну, может и правда, но это неправда, что он реально такой, он другой, он вообще молодой какой-то, не знаю, мне кажется, он красивый какой-то, там скрывается, ну ладно, я считаю, он хороший, нормальный и красивый. Так, играем в змейки. Заходим сюда. Это 3D змейки. Загружать кому сказано, давай. Спасибо. Извиняюсь. Серьезно. Спасибо. Какой ты доблесть. Вот такой у меня новый. Сейчас скажу, сколько у меня скинов. Смотрите. Захожу в змейки и получаю вот такого. Вот так у меня устроен. У меня кегля попалась. Следы я еще буду копить. Мне мало монет, потому что потратила там на эти цветочки. 300 забыла, с чем-то был. Просто 300, думала, не помню. А нет. А у меня 200 было. С чем-то. Ну, короче, я забыла. И вот что у меня вот такая змейка была. Есть еще вот такой новенький. Ну, это тоже новенький, но у меня был в начале такой. Поэтому я этого выбрала. Это у меня на первом месте. И все. Я хочу заработать на этого динозавра 1000 рублей. И мне когда-то попадется либо этот, либо этот. Вот либо орел, либо эта собачка. Угорь, кстати, тоже хочу. Он такой веселый фермер. Крокодильчика не очень. Дельфина хочу. Суши, да, тоже хочу. Прикольное. Сейчас скажу, вот этого дракона хочу. Динозавра. Так. И, ну, это я знаю, 2000. Вот такого хочу на 2000. Вот такой лев. И вот такой мне нравится. Ну и короче, здесь так себе, мне не, вот такое особо понравилось, и все. И уточка еще вот этот. Ну все, в принципе, нормально. У меня пока что 3 змейки есть. Вот это у меня на первом месте. Он прикольный, я люблю птичек и так далее. Не то мы поняли. И поэтому будем играть в королевскую битву. Это я случайно нажала. Сейчас мне здесь надо. Так, а у меня один. Я просто так нажимала, потому что здесь у меня. Грязь какая-то. Ну, какой-то миленький фламинго. А почему? А не вышло, что ли? Смотрите. Фламинго! Гулю хочу, либо фламинго. Нет, я гулю выиграть хочу. И только гулю. Все, никакого фламинго. Хотя фламинго тоже люблю. У меня даже есть игрушка фламинго. Кто видел, что я сделала сегодня нового дракона? Где вот это Саймон Ралли, это неправда, что там картинки в Яндексе. Это неправда. На самом деле. А почему? А. Так, аккуратненько. Так, вот здесь лава, но я здесь беру, просто не обращайте внимания, потому что здесь люблю ходить, и я пока собираю этих яблони, эти яблоки, яблони, можно сказать, потому что разноцветные здесь прикольные такие, и это игра на первом месте, и змеек, не это самое, а у меня на первом месте несколько игр, да, со змейками, с Роблоксом, с стендофом, с Call of Duty, вот это. Call of Duty, стрелялки и стендоф, это мои первые. Это змеек, вот это, Roblox, пока что не знаю, я там еще должна выбрать, но там куча игр, которые мне не нравятся, а которые нравятся, вот. Вот еще интересно знать, лава еще такая. Здесь разные есть режимы. Реально. И у меня много плюсов к этой игре. Она еще 3D.
И такая прикольная, типа такой ползешь себе. Яблоки кушаю, они вот эти, которые, те, которые, ну, мечтают, типа, ой, здесь нет никаких режимов, вот, я ее удаляю, вот это те. Хоть чуть-чуть, дайте покушать. Ой, не зря туда ушла. Да, давай, шарик, иди ко мне. Хо. Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок. Эй, какой хороший день, я забыл там. Вот это нифига ненормально. Какашка. Вот эта какашка мне не дает поесть. Спасибо. А, не спасибо. Уже сразу надо так. Что ты такая быстрая, не пойму. Ты нажимаешь, а я так не могу. А может, надо кушать, а ты проиграешь. О, ей все равно, она молоденькая. Зря он на борте себе... Жизнь! Нет! Спасите! Спасите. Спасибо. Ой. Нет уж. Вот, как надо. Эй, какой хороший день, чтоб... подарить цветок. Какой хороший день, чтоб я там вздох, что я забыла уже все, я все забыла там. Только первый открыл вырок. Все. Я подумал, что о, прикольно вот этот, который хотела. Ё-моё. Хотеть не вредно, да? Ну да, не вредно. Логично. Mm-hmm. Спасибо. Хотя мне вот это больше нравится, мне кажется. Да, освобождайте, мне это все нужно. Да. Ну, мало, конечно. Эх, жалко, что больше такого не будет. Спасибо. Пока, змейка, извини. Извини, ну ты первая сдохнешь, ты понимаешь это? Ты первая сдохнешь, я знаю, что ты со мной сделаешь, что меня хочешь убить. Хитрюга не получится, у тебя ничего, ты понимаешь? Да, понимаю. Я за нее. Ха-ха-ха. Не надо мне было стрелять. Вот эта змейка была хитрюга, мне кажется. Очень. Ну все же не убрать. Ну все, я теперь могу стрелять в кого. Так, теперь будем играть золотая лиходарка. Вот такого возьмем. Конечно, мне нужно всех убивать, потому что мне там. Потом будет опять ноль. Интересно, как здесь фотографии устанавливают? Как они на свою, интересно узнать. Так, итак, ребята, сейчас будем делать лиходарка. Давай. Я забыла, лиходарка, по-моему, как-то так. И все. О, просто двигайся и все. Просто двигайся и все. Мне хотя бы 30, ё-моё.
Пожалуйста, дайте мне хоть чуть-чуть. Не, ну всех 50 уже, а скоро будет 100. Да вы издеваетесь. Так, буду тратить. Все, мне это надо дело. Мне 36. Мамочки, do you speak English? Убей меня. У меня сейчас садит телефон. Спасибо. Благодаря этому какашка. Speak English, oh my family. Ой, family, family, oh my family. Моя семья пропала, что делать? Дэр. Дэр. Понятно, из других срохан. Русян. ХД. Из Беларуси. Я наполовину белорусский, наполовину. А, ну где? Всё, и мопсик какой халёсенький. Давайте выключайте. Давайте. Крылья. Так. Награды вообще смог. Так, давайте сделаем это. Первое, что я хочу сделать? Магнитик. Потому что мы классически играем. Мне нужно больше яблочек. Тут мне надо, брысь. Спасибо. Надо мне кушать.
вообще на 19 месте. Хочу выиграть королевской битве. Вам капец. Вам капец, говорю. Вот эти лавочка милая. Нет, ну я гулю хочу. Гуля. Иди ко мне, давай рядом со мной сидишь. А, ну хотя солнышко тоже нормально. Нет, да я только же сейчас уже. Хочу поменять себе логотип. Так, логотип, извините, логотип. Карты. Ладно, давайте-ка классическую поиграем. Так. Если ты меня, значит я тебя, змейка.
Брезина какой, а? Вот у него уже такая огромная просто. И длинная. Хорошо.
что я реально собираю, это длинное видео получилось, но ничего. Вот это да, сколько я собрала. Это мой первый раз. Вот этот, именно этот, ребята. Первый раз, что вижу, что так много я собрала. Я первый раз вижу, что я так заработала, ребята. Ну все, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки.
Всем пока-пока.